Сати – известный специалист по семейным отношениям. 4,5 миллиона подписчиков в соцсетях. В наше время это явный показатель доверия людей к тем знаниям, которые Сати транслирует в блоге. Колоссальный опыт – более 7,5 тысяч консультаций для мужчин, женщин и семейных пар – стал основой для написания 17 книг. Своим собственным примером он демонстрирует: счастливый брак – это реально. Сати 30 лет счастливо женат на одной женщине, вместе с которой они растят сына в полной семье, что для многих предел мечтаний. Кто задаст умный интеллигентный вопрос, тут же получит благословение на счастливую семейную жизнь. Услышь, что тебе сказал дяденька мордатенький, и прими это. Кто-нибудь заберет у девушки микрофон? Прежде чем стать великим мужчиной и женщиной, нужно стать мужчиной и женщиной в принципе сначала. Стресс мужчину закаляет и развивает, а женщину тащит на кладбище или в дурдом. Вот так просто и с юмором он говорит о тех вещах, которые обычно принято усложнять и драматизировать, выражаясь энциклопедическими терминами. У Сати все иначе. Живой диалог с залом, разбор конкретных ситуаций, легко, с искрометным юмором, при этом с пошаговым планом действий, которые приведут к решению даже самой безвыходной ситуации. Ведь каждый из нас однажды отчаивается и допускает мысль: все кончено или это невозможно. Сатья поможет разобраться и посмотреть на собственную жизнь под другим углом. Его знают и любят блогеры, музыканты и актеры, наставники и философы. Юмор, твой чувак. Симпатия у меня к нему была с самого начала. Несмотря на все хихоньки да хахонь, он очень серьезный дядя. Классный живой человек. Его невозможно не знать. Настолько яркая личность. Для меня он, конечно, духовный наставник, потому что он зрелый человек духовной практики. Куда ты не зайдешь, в интернет будут говорить о Сати и о том, какой он веселый, светлый человек. И я помню, для меня было очень важно от него получить благословение на свою деятельность. Я ему подобных называю врачами. То есть они просто лечат наше общество. Сати – это мудрец нашего времени. И благодаря его знаниям, силе разума и мудрости многие люди будут возвышать свой уровень жизни. При этом доступны знания Сати многим. Цены на семинары и курсы таковы, что позволить себе их может человек любого достатка. При этом после встречи с экспертом у слушателей кардинально меняется мышление, отношение к себе и обстоятельствам, и, как следствие, жизнь. Всегда в сторону счастливых отношений и взаимопонимания. Узнать ответы на свои вопросы, найти ту самую путеводную нить и крепкую руку помощи можно. 21-23 марта семинар Сати в Рязани, конгресс отеля «Форум». Не упустите свой шанс.